Поезд «Мянгли-Кель» прибыл на станцию Шалхаро Актюбинской области. В местном доме культуры сотрудники различных ведомств провели консультации среди населения. Желающие могли получить как юридическую помощь, так и разъяснение по вопросам трудоустройства и образования, а также пройти обследование узких специалистов. В течение дня только врачи поезда «Мянгли-Кель» приняли более 500 человек. Всего же услугами участников проекта смогли воспользоваться более 4000 человек. Наша цель – оказать населению услуги, помочь в решении различных вопросов. Поэтому мы с 8:30 утра ведем прием граждан, даем рекомендации нашим коллегам, местным исполнительным органам, советы, как можно решить эти вопросы.